Красногорске завершился 5-й областной фестиваль современного театрального искусства и уличного театра. Конкурс объединил 24 коллектива из разных муниципалитетов региона и столицы на сцене ДК Подмосковья и не только. Участники представили 26 работ. Это как живые, так и онлайн-спектакли, а еще короткометражное кино в номинации «Кинопоэзия». Основная цель и задача – это рассказ и знакомство с новыми, с молодежными коллективами творческими, театральными, с новыми направлениями в театральном искусстве, новые какие-то номинации. И, конечно, большой акцент мы делаем все-таки еще на уличное искусство, уличные театры. То есть не только классический театр, для которого существует и в Московской области, и вообще в стране достаточно много фестивалей театральных, где они могут показать свое творчество, а именно вот для фрик-театров, неформальных театров. Право выбрать лучших из лучших за жюри конкурса. В его составе педагоги Московского губернского колледжа искусств и театральный критик. Победителям присуждены награды в 7 различных номинациях. Диплом первой степени как «Поколению мира» у красногорской студии МДМ за спектакль «Непридуманные рассказы». Такую же награду в номинации «Магия музыки» получил еще один коллектив местных артистов – детский театр «Забияки». Молодежный шоу-театр «Максимум» также обладатель диплома первой степени в номинации «Кинопоэзия». Так комиссия оценила короткометражку «Той первой ночью».